Приветики, мальчики. В этом августе выходит криминальный триллер-боевик «Каменное сердце». Уже во всем мире, на всех сайтах, на всех YouTube-каналах иностранных обсуждают этот фильм. Рейтинг ожидания больше 99%. Ну, давайте и мы с вами заценим официальный трейлер этого фильма. Вы же знаете, на что подписались. У меня нет никаких друзей. У меня нет никаких отношений. То, чем мы занимаемся, слишком важно. Когда правительство терпит неудачу, единственное, что остается, это хартия. Что такое хартия? У нас работают самые крутые агенты. У нас нет никаких политических пристрастий. У нас нет никаких национальных пристрастий. Мы работаем сообща над тем, чтобы сохранить мир в это неспокойное время. Сколько человек было на вечеринке? 6. Так это Джеймс Бонд какой-то, смотри-ка, только женский Джеймс Бонд. Мне это вряд ли кажется справедливым. Офигеть. У нее есть чувство юмора? Сердце — это то, что придает уставу его силу. С его помощью можно обрушить рынок или самолет. Если у вас есть этот механизм сердца, то вам принадлежит практически весь мир. Джек, мне нужна твоя помощь. Мы прокладываем маршрут отхода. К нам проникли воры. Что происходит? Система в автономном режиме. А теперь вы должны отчитаться передо мной. Ядрить. Вы оказались скомпрометированы. Я не знаю, можно ли вам доверять. Я отказываюсь от вас, Рэйчел. Мне все равно. Мы понятия не имеем, на что они способны. Время показа. Ух ты. 11 августа. Неужели миссия невыполнима по-женски? Вы думаете, что знаете все на свете? Но на самом деле мир увидит правду. Если у вас сердце не важно, я иду за тобой. Шансы на успех резко упали. Это потому, что у тебя нет воображения. Круто, слушай. Реально. Каменное сердце. Очуметь, я действительно впечатлен и не ожидал такого, мне очень понравилось. Я особо не люблю боевики вот эти, но фильмы про Джеймса Бонда все вот эти очень сильно люблю и обожаю. Поэтому лично для меня очень неожиданно было открыть для себя такой интересный фильм. Что-то типа Джеймса Бонда, но по-женски, и это невероятно. Меня трейлер заинтересовал, фильм тоже. Надеюсь, получится сходить на него в кино. Ну что ж, это Антивирус был. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за бока.